Да, команда нужна point. Очки нужны команде. Много матч, нет победа. На lose point. Мы теряли много очков без побед. И команда знает, сегодня important match. Сегодня важный матч у команды был. Но... Я счастлив. Вы как настраивались, как на последний бой все-таки на эту встречу? Может быть, да, может быть, потому что когда тебе... Последний раз? Последний раз. Последний бой. Последний бой. Вот самый главный. Когда последний бой, тебе хочешь поинт, и команде нужна победа. Но сегодня команда счастлив, но 4 дня Спартак и 3, да, окей, сегодня команда счастлив, мы завтра забили Спартак, потому что это футбол. Иоанн, ты сегодня сильно замерз уже в конце матча трясся? Брат, сегодня очень-очень холодно, нет проблем, ты знаешь, чуть-чуть холодно сегодня, но я готов, нет проблем. Это твой лучший матч закрыли, как ты считаешь? Так он обступает. Я думаю, нет, брат. Сестра, сегодня хорошая эффективность. Да. Я думаю, я думаю, что я делаю матчи регулярные. Я думаю, что я обычные матчи играл. Сегодня у меня много шансов to shoot. Сегодня много шансов было, чтобы бить поворотом? Два гола, окей. Okay. Много изменений внес новый тренер? Just change system. Систему только поменял. Потом нет, но just это футбол. Один победа, один нет. Это футбол. А во Франции тебе приходилось играть на снегу? Один раз. Да, один раз. 3-0 и один гол. Монпелье. Я думаю, то, что снег нам удачу принес. Спасибо. Спасибо. Красавчик.